Что, пацаны? Аниме. Наруто. Мое терпение иссякло. Да. Пора кончать с вами. Эта реальность не стоит спасения. Мир уже мертв. Продолжай бой. Твап. Твап. Твап, твап, твап. Стукнешь кулаком. Не поделишься с нами своей чакрой? Он не смог защитить даже твою мать. Ничего не кончено. Пока я существую в этом мире. Вперед, батька! В левой руке сникер. Ваше место у параш. Он запер нас в барьере, чтобы взорвать. Как я вообще попал сюда? Я чувствую двух девятихвостых. Один темный, другой светлый. Два веселых! Девятихвостых. Что? 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 Это была техника телепортации. Телепортируйся, 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 жиртять! Я... наши чакры... это, ну... контакт. Да, мы были в контакте друг с другом. Поэтому все получилось. Что? После между людьми и ее истощения остается небольшое количество искры в теле человека. И когда основное тело пытается снова, все те маленькие частицы начинают взаимодействовать друг с другом. Проще говоря, я прав, Наруто? Чего? Я не понимаю, что он говорит. Мы ничего не сможем сделать без чакры, то есть Курамы. Отлично! Тогда сделаем это вчетвером. Вчетвером? Что? Я... молекула. Человек-молекула.